Автомобилю нужны запчасти. Сеть магазинов «Авторитет» – это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Котлас Маяковского 47 и Володарского 23. В четверг, 13 октября, в Котласе будет облачно с прояснениями. Осадки не ожидаются. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, ночью плюс 5. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.